Друзья, всем привет! Всем привет! Привет! Вы на канале Веселая Семейка. Семейка. Трое из Ютуба. И опять снимает. Друзья, у нас сегодня челлендж «Не засмейся». Нам подготовили самые смешные видео, которые смогли найти в интернете. Мы должны их смотреть. И самое главное, не засмеяться. Тот, кто засмеется, получает один штрафной балл. Кто наберет больше всех штрафных баллов, тот проигрывает. Я готова? Точно посмеюсь. Ты точно посмеешься? Да. Вот ты в себе уверена. И Милана хохотушка тоже. Ну ладно, посмотрим. Ну что, вы готовы? Да. Самое первое видео. Это вообще не тесно. Получилось смешной пол. Красный. Я уже смеюсь. Все. Не знаю, но когда люди падают, мне смешно всегда. И давайте все вместе. Это вообще не смешно. Не смешно? Хорошо. Хорошо. Мы знаем, чем тебя удивить. Фух. Так, следующее видео. Котенок подойдет с микрофоном. Деревчик. Не смешно? Да. Смешно. Ну ты не засмеялась, кстати, во время видео. Следующее. Это наливает, да? И смывает. Плачь вообще. Здесь набирает, а здесь смывает. Это плачь вообще. Смотри, он не может смыть. Эта штука дает ему мыло. А слева он смывает и опять набирает мыло. А ты рот закрываешь руками, там смеешься, наверное. Mm-mm. Нет? Подожди, сколько получается? У меня один, а у вас по нулям пока? Угу. Хорошо, вы вообще хорошо держитесь. Давайте дальше. Дальше здесь смеются. Тянитесь. Вы видели в самом начале, как он его напугал? Ничего не понимаю, что это такое. А теперь самое интересное. Следующее. И ребенок, что это было? Ребенок снял башмак. Да, он снял, просто снял башмак и выбросил, все. А такой, а это уже не в моде. И выбросил такой. Теперь приставка будет. Теперь приставка, теперь в одном тапке будет. Но это, знаешь, мне кажется, это проблема его теперь сейчас. Родителей, сейчас. А все равно не его проблемы. Вот мой носок. Я... Гей! Ребенку 6 месяцев, а тебе 7 лет. Одинаковое развитие. Логично. Не правда ли? И они едут в детдом. Дальше. Дальше. Давай, но я не смеюсь. Да ты вообще не смеешься никогда. Засмеялась. Милана засмеялась. 2-1-1 и 0 у Аришки. Ну все, Аришка, сейчас ты засмеешься. Нет. Нет? Смотрим? Угу. Что это было? Ёлки-зеленки. Я думаю, это какая-то пуговая эта корова. Ну, корова, да, корова спит, а у него есть. Вообще не чечно.
Вот тебя ничем не проймешь. Хорошо. Следующее. Выпал дюб у нее. Что? Ой. У них выпали дюбы. Давай следующее. Almighty push. Видишь? Классно вообще. Да, классно, но не течло. Кто? А кто это? Это ящерица, да, она делает руками? Ну да, это ящерица. Круто вообще. Классно. Еще бы вот эти накрасить зеленый и разрисовать руки зеленые. Да, да, вообще было бы здорово. Пакости делает. Ну это круто очень. Я тоже хотела так сделать. Я не понимаю, как это сделать. Да, это жестко. Давай еще раз посмотрим ребенка. Кого? Ребеночка вот эта, которая выбрала. Ребенка? Вам ребенок больше всего понравился? Ага. Мне очень понравился ребенок. Он такой, все, я... А может он из него вырос, слушай. Детки же быстро растут. И такой, такой едет, едет, и он понял, что он повзрослел. Этот башмак не маленький. И в окно такой, пью. И такой, эй! Так, что эй? Он даже эй не сказал. Он такой, поехали в магазин за новым. Нет. Мне кажется, Ирине только вот это смешно. Нет. Он сейчас пукнет. Да, он пукнет. Смотри, как котики пукает. Пук. Это не смешно. Тоже не смешно. Слушай, Арина, принцесса несмеяна какая-то. У меня один балл, у тебя тоже один балл. А у Аришки ноль баллов. Получается, она выиграла. Я. Королева Фастона. Хорошо. Друзья, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А в следующем видео мы постараемся все-таки Арину чем-нибудь удивить. Так уж получилось, что Арина в этом видео выиграла. Ура! А мы с Миланой по одному баллу, да? Мы по одному баллу засмеялись. А вот это не смешно. Да, ну, Арине показалось, что это не смешно. Да. Вот. Но в следующем видео мы постараемся Арину чем-нибудь удивить. Да. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Пока-пока! Boys by my side, know that they ride or die. I keep boys by my side. Oh, D boy.